Так выглядит фирменный саженец розы из питомника Дэвид Остин. Сейчас мы его будем сажать. Сажать розу мы будем в покупной грунт, который нужно будет смешать с песком, удобрением для роз и желательно костной мукой. Сорт называется «Принцесса Александра Кентская». Розы очень любят удобрения и очень откликаются на уход. Говорят даже, что роза – дитя навоза. По совету соседки, когда-то при посадке растений я стала пользоваться пином или цирконом, и они мне никогда не подводили, приживается все. Теперь я сняла этикетку и буду сажать розу. Вот здесь видно белые корешки, это очень хорошо. Шейку корневую нужно будет заглубить. И после посадки полить розу цирконом или пином. И вуаля, саженец посажен.